И всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить Black Flag. Мы в Кингстоне. Да. По заданию нам нужно сюда отправиться. Тут кролики водятся, это хорошо. Это очень хорошо. Так, мое задание, давайте сразу карту глянем. Ассасины. Так, тут есть даже что грабить, какие-то дома. О, большой остров, я скажу я вам. Очень даже большой. Мне куда-то туда. Повоевал я и нарыбачил укуго. Повесил один апгрейд на мортиры, по-моему. Галки. Так что, живем. Живем потихоньку. Поступим так. Торрес встретится с принцем, принесет часть награды, скажет остальное позже. Увидим мудреца. Вы приносите деньги и быстро уходите оттуда. Я буду за вами наблюдать. Нет, Кенвей, поступишь так, потеряешь доверие команды. Сделка с рабовладельцем, мне от этого тошно. Да брось ты. Получим мудреца, разбогатеем. Если только нас не опередит мастер Кит. Кит? Вот черт. Да он убьет его. Эдвард, какого черта ты тут забыл? Они приведут к мудрецу. А ты тут какого черта забыл? Мудрец здесь? Да. И принц ведет нас прямо к нему. Черт с тобой. Я придержу свой клинок, но ненадолго. Блин, они входят внутрь, слушайте. Так, ну давайте по обходу, не пойдем же мы через всех всю эту охрану. Так, они идут дальше. Я думаю убить того охранника. Так, эти куда-то уходят. Сколько прошло с нашей последней встречи, сеньор принц? Год? Почти полтора. Впервые вы описали мне Робертса в ноябре 1715 года. А, отлично, он уже за меня это сделал. Так, а я по дому пойду. Так, мне нужно сонное зелье. А, си. С тех пор много воды упало. Черт! Олег заметит. Я покинул пост, и никто не зовет меня губернатором. А, я не знал об этом. Куда эти ублюдки идут? Куда эти засранцы идут? Немного теплее. Англичане наконец решили обращать своих рабов в христианство. Обращать? Боже упаси, Торрес! Таких глупцов здесь нет! Глупцов? Почему? Брать в рабство брата по вере грех, так ведь? А стало быть, возвысить душу животного до души человеческой. Все равно, что пригласить скотину за свой стол. Прошу меня извинить, но далеко ли еще? Почти пришли. Сволочи, куда вы идете? А, он сказал, почти пришли, да? Это мне нравится. Это мне нравится. Так. Я прям на максимальное близкое расстояние подошел. Прими наказание, как человек. Зачем? Мне отказывали в праве быть человеком уже 30 лет. Мать. Ваш подход мне неприятен, принц. Не его расстреляли. Все, кто думает и чувствует, заслуживает уважения. Эх вы, испанцы, соседство с маврами разжижило вам кровь и смягчило сердца. Не подумайте только, будто я верю в природное равенство всех людей. Править должно тем, кому Бог дал талант и ум. Но рабство не разумно. Твою мать! Ну откуда вы взялись? Кит, ты почему меня не прикрывал-то, я не понял. А, подонок, чё он не прикрывал меня и куда он вообще делся?
Так, значит, туда не подходим. Следим отсюда. Они пойдут сюда обратно. Ваш подход мне неприятен, принц. Все, кто думает и чувствует, заслуживают уважения. Эх вы, испанцы, соседство с маврами расшижило вам кровь и смягчило сердца. Не подумайте только, будто я верю в природное равенство всех людей. Править должно тем, кому Бог дал талант и ум. Но рабство неразумно, оно не принесет хорошего дохода. Конечно, ну это да. Да слазь, идиот. Но позже мы станем жертвами своего же успеха. Однако мы с вами уже не молоды. Спать. И вряд ли доживем. Чему тревожиться? Еще один. Спать. Вперед. Второй этаж. Блин. Так. Ты мне тут не нужен. Вперед, 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 вперед. Еще куда не ходит. Куда эти ублюдки постоянно от меня убегают? Пошел, пошел в кусты. Где ты там? Уходит от меня. Да, мать твою, не успел. Фу, сложновато. А где этот, мать его, кит? Ну, блин, они то туда пойдут, то сюда пойдут. Не могут определиться прям. Так, вон они пошли, а я сюда. А я сейчас в сено. Я слышал вас, сеньор. Вы ведь были губернатором Флориды. Иди сюда. Почти вся наша семья на службе короля и государства. Потомственные политики. Потомственные, говоришь? Похоже, на твое потомство на этом закончится. Я должен податься в политику. Но у меня слишком много денег. Ты молод для этого. Опа. Так. Вот так, чтобы сквозь стены их видеть. Будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. В 71-м, кажется. Да, было дело. Но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении. Стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат. Да ёп. Солдаты опять. Блин, куда они идут? Решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал торговцем. Вот он путь к богатству. Куда я вы идете? Предпочитаю покупать славу, сеньор, а не добывать ее с помощью оружия. Куда эти грязные ублюдки идут? У меня кусты кончатся сейчас. И куда я вот теперь денусь? Фух. О, кит. Я к тебе, кит. Только я тронулся и пошла касцена. Ну, пора. Нет. Дождемся мудреца. Здесь тихое место. Покажите деньги. Это лишь часть выкупа. Остальное рядом. Как-то неприятно продавать человека своей же расы, господин Торрес. С
Скажите, чем этот Робертс вам так насолил? Это что, проявление протестантского благочестия? Может, в другой раз. Ха-ха, с крючка ушел. В другой раз обойдитесь без слежки. Разберитесь! Так, нас заметили. Придется драться. Придется драться. Ради высшей цели. Так ты засну тоже. Так, этого пробить. Жиробас, главное победить. Вообще, знаете что? У меня есть вот так. Нихера себе, вблизи с пистолета. Блин, беги, бомба. Не, сука. Вот так вот. Дымовые бомбы, ребята, они тащат. Кит, нет! Схватите ты Джеймса стой! Кида. О, теперь за этим носиться. Стой, ты придурок. У-у-у. Он деньги кидает. Дымовые бомбы используют. Ты не куда? Надо, а, не допрыгнул. Нет, все нормально. Постой! Стой, ты придурок. А, тихо, 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 упаду. Так, так, так. Стой, ублюдок, стой. Давай. Стой, сказал. Поймал. Черт тебя подери, руки прочь от меня. Я не позволю тебе убить их, Кит. Мне нужен мудрец. Я неделю слежу за этой свиньей. И вдруг две цели вместо одной. А ты лишаешь меня обеих. Не суетись. Убить успеешь. Я найду мудреца. Ты поможешь мне взять принца. Понял? Дом баба сзади в зеленом бычит. Вы видели? Надо ей по мордасам дать. Так, неплохо, неплохо. У нас тут сохранение. Такая быстрая у нас миссия произошла. Так, и куда же нам дальше идти? Аж вон туда, да? Надо что-нибудь синхронизироваться, а то это вообще тут ничего не вижу. Давайте мы наш на это. Чё? Ой, блин, на меня напали. У меня охрана узнала, видимо. Ух, твою мать. Давай херель, а. Да козлы, а, что делают? Да ну хорош, пошел вон. Упал, отжался. Ты чё упал-то, мужик, э? Ух ты, блин, а чё я его выделить не могу? Чё за херня? Вот так вот. Фух. Сейчас пополнимся. Так, чё там по поводу пистолетов? Угу, перезаряжены. Отлично. Чего они меня узнали? Хер знает. Ладно, полезли. Надо синхронизироваться. Угу. А куда лезть? Здание-то большое. Я думаю, может, по этим окнам. Хер, да? Да уж. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот здесь разбитое окно, может, по нему. Как он по стеклу лазит. Черт его знает.
Мужик в леопардовом трико лазит, и никто его не замечает, обалдеть. Так, почти наверху. Так, тихо. Синхронизация. Как красиво. Так, сползаем вниз. О, тут магазин есть. Вообще ништячок. О, солдат, здорово. Можешь не ждать меня больше. Так. Ну и отправляемся на задание, собственно. Уху, сальтуха. Так, где-то впереди вижу сундук. По дороге зацепим. Деньги нам не помешают. А, по поводу того, плавал, короче, после последней нашей серии, я немножко захватывал форты и нашел такой корабль. Я еще к нему не приближался, но он очень сильный, по-любому. Я захватывал вот три форта, взял, и вот здесь вот у меня легендарный корабль. Заработок много, видите? То есть это вообще какой-то мега-убийца наверняка. То есть у него, наверное, все вообще там, стрельба, все прокачано максимум. Возможно, одних из серий, когда я прокачаю свою галку, мы отправимся его мочить. Так, по дороге, кстати, зацепим. Здесь сейчас всякое барахло. Посмотрим, сколько у нас. 2000 не хватает, да? Ну тогда мы посмотрим. Даже на одежду обычное произведение искусства, продажи грузов, сахар продать. Так, клинки. Мне нужно будет клинки другие купить. Нифига, 20 тысяч белого кита стоит. Шкура. Ага. А я продаю по такой дешевке. Офигеть. В чем прикол? Вот новая фишка, кстати, в этой части. Вот по таким склонам теперь могу забираться. Так, у меня задание где-то здесь. Наверху, что ли? Давайте выделим, а там посмотрим, где оно. Ну да, наверху. Подожди, стой. Давай вверх. И вот так, молодец. Так, а дальше куда? Давай попробуем вправо. Так, чё я поехал-то? What the fuck? Что это было? Так, стоп, еще раз. Мне нужно наверх. Влево никак, да? Никак. Почему? Смотрите, иду влево. Тут дырка. Здесь можно подпрыгнуть. Здесь тоже. Здесь можно вправо. Здесь по выступам и залезть. Кит, а ты не мог просто внизу меня ждать, а? Почему мы не встретились в таверне? Я тут потому, что тут моя цель. Надраться в планы не входит. Мы можем провернуть дело вместе. Тебе нужен Лауренс Принц, а мне его пленник. Нам тоже нужен мудрец, Эдвард. Не стой у нас на пути. Победит сильнейший. Плантацию постоянно обходят патрули. Чтобы поднять тревогу, бьют в колокол. Видишь? Нужно сначала вывести его из строя. Стражи слишком много, так что полагаться на скрытность нельзя. Сделаем вот как. Я отвлеку их внимание. Тогда ты сможешь их убрать. Готов? Тебя зовут не Джеймс, да? Я так и знал, что она баба. Когда как. Идем. Черт возьми.
Я с самого начала игры, ребят, знал, что это баба. Так, надо три колокола чпокнуть. Хорошо, здесь номер один. Начну с этого. Так, привлек сразу трех. Сюда должен прийти какой-то испанец. Торрес вроде. Ты не слышал, спот? Так. Так. Фу. Блин. Начинаю бегать, меня сразу палить начинают. Иди проверяй. Че, не пойдешь? Не хочешь? Как хочешь. Ух ты, ёб. А если мне... Блин, твою мать. Вот ты стелс. Давайте, ребята. Блин, а вот... На, две всадил, две патронины в эту годзиллу. О, попали. Так. Да ёлки-палки, там снайпер, короче. Так дело не пойдет. Сначала надо обезвреживать этих стрелков. Или идти незаметно. Чё за херня, как я вообще сюда попал? Заодно с USB-шнулся. Пока мы тут болтаем. Я здесь по контракту, удивляться будешь потом. Блин, бомбу бросил. Ну бомба. А, лол, сам взорвался. Ну нафиг. Ну нафиг. Да куда ты в колокол-то бьешь-то, а? Не, надо, я понял, как. Надо вот так вот делать. Отойди, отойди, отойди. Как тебя звать? Джеймс? Ты уже не Джеймс. Лучше бы я один пошел. Надо от снайпера прятаться вот за этими стенами и фигачить их. Ауч. На тебе. Я и сам упал. Пока трюки делал. Давай. Оп. Да ты в меня не плюй. Ты женщина. Она в меня плюет. Так, идем дальше. Надо колокол первое вырубить. Блин, вообще незаметно, да? Так. Это номер один. Это будет номер два. Ну, теперь можно и драться свободно. Иди к своему дружку. На. Ты чё это, а? Иди сюда, поговорим. Вот так вот. Один есть. Тихо. Вон там номер два. Реально очень много врагов. Тут дальше. Чё там? Так, сонное зелье. Один. Мимо. Да какого хера? Бо. Так. Эй,
Да ё, должен... Ты куда ты? Сейчас в колокол трещать начнут. Нет? Все нормально. Блин, их реально много. Очень много. Так, сейчас что-нибудь придумаю. Побегу туда. Значит, тут ушел я отсюда. Блин, он взял и разбудил. Сейчас совсем не драться начнет. Давай, вали с травяка, молодцы. Завалили и ушли такие, знаешь, такие, как будто, как бы, ничего. Ладно, по-тихому. Ты с номер два, психуй. Батл такой, да? Так, я пока с этого облутаю. Завалил его. Красавчик. Что еще могу сказать? Так. Победил и дальше патрулировать. Ну вообще просто. УАИ просто. Мозг на 100%. Давайте деритесь. Не отвлекайтесь. Номер два. Тихо. Упал. Так, а тут вон там. Пошли туда. Хопа. Так, два охранника. Кусты. Сколько два дротика берсера остался. Давай. Сделаем вот так. О, бомба пошла, сейчас они все там взорвутся. Че не взрывается? Я же вижу, как ты катаешься, бомба. Еще один дротик, я его использую на это вот. Не достаю, ну ладно, вот. Это будешь ты. Сонные остались дротики. Тоже один. Так, пока они там дерутся, я туда перебегу. Стрелок. Его надо в сонный режим включить ему. Мне стрелки не нужны. Чё там, всех перебил-то? Нормально все, да? Ну, я о том же. Так, чё дальше-то? 72 метра туда. Встретить с Джеймсом Кидом. Да не Джеймс, это Кид уже. Здесь, да? Так, перейдем на пистолеты. Иди сюда. Эй, я здесь. Здесь свищу тебе. Глупое существо, иди сюда. Вот так бы сразу. Мне еще пистолеты надо перезарядить на всякий пожарный. Вот так вот. Так, что у тебя тут есть? Денежки, это хорошо. Так, я вижу солдата. На крышу, быстренько. И оп. Отличненько, в кусты. Бегом. Эй, не двигайся! Прошу, в меня стреляли. Помогите мне. Черт, Томпсон, здесь рано. Глубокая. Мне дурно. Ладно. Дурно. Руку, барышня. Храни вас Бог. Нормально. Симпатичная девушка. Это, слушайте, это уже интересно. Особняк принца. Блин, нахер его взял? Шо вон? Я твою саблю хотел взять. Всем он скажет. Сюда идут.
кустики какие-нибудь есть, нет? Сюда быстрее прыгай ты, ёб твою мать. А куда делся этот? Эта девочка. Блин, здоровяк, слушайте, его надо как-то незаметно убить. Я ненавижу этих здоровяков. Отвернись. Так, их там двое, да? Блин, незаметно не получилось. Где я там? На, блин, камера, повернись, черт возьми, повернись, ты сейчас не нужно. Вот так, в узких пространствах со мной драться. Припасы, мне это понадобится. Так, пули, дротики. Откуда у него дротики оказались? Так, возьму меч этот. Изрублю вон того. Где-то тут или он наверху. Окно открыто. Хм. К черту меч. Я внутри. Ты чё орёшь-то? Ты не ори тут. По-тихому, понял? Так, нафиг мне меч, лучше его обыщу. Смотрите, кровь стала очень красивой. По сравнению с другими частями. Так, блин, а, вот сундук. Почему я, собственно, вверх захотел? О, неплохо. Так, кстати, наверху есть. Можно еще выше лезть. Тихо-тихо-тихо, нет. Сползай. Попробую выше. Там есть вышка. То есть я могу синхронизироваться еще плюс тут. Понадобится для разведки. Чуть мне это из второй части этот дом так напоминает. Это ужасно. Где мы еще Дезмондом бегали. Так, здесь есть снайпер. Два снайпера. Заберем сначала этого. Пошли за тем. Куда он пошел? Стоит, смотрит. Ах ты, твою мать. Пошел нафиг отсюда. Ах ты, тут еще кто-то меня нашел. Мимо. На. Все, готово. Никто меня не хочет больше бить. Так, вроде не спалился, но там есть колокол, который мне не очень... нравится. Так, где же сам принц? Вон он. Или нет, или это колокол. К черту аларм. Блин, идиот. Хороший аларм. Блин, неубиваемый какой-то спину стрельнул с пистолета, он не умер. Еще порог делали. Китайский, стопудово. Ой, я ему спину стрельнул, он куда-то еще и убежал. Так, ладно, мне нужно найти его, он где-то здесь. Причем, я думаю, наверное, он в доме. Хорошо. Двери. А, это специально, чтобы прятаться. Ну тогда. Кто-то здесь меня ищет. Или наверху. Наверху меня кто-то ищет. Ну, пускай ищет. Так, здесь никого. Короче, где он?
На втором этаже еще кто-то наверху меня видит. А уже не видит. Блин, где? Нет, это обычный солдат, которого сейчас убью. Ах ты! Паразит отбил. Давай, кто следующий? Пара с мечами драться. Давай, иди сюда. Наверху. Мне кажется, он там где-нибудь. Два раба и... Я вас спасу, рабы. Ну ты гад. О! Давай, ты следующий. О, кто-то саблю потерял, да? Все. Где же мой клиент? Так, у рабов что ли? Можно было бы как-нибудь рабов допрашивать? Ты, не ты? Ты. Кружишь надо мной, как ворон? Полюбоваться страданием? Вы ведь и сами несли страдания, господин принц. Это кара, я полагаю. Глупые головорезы и ваша философия. Вы живете в мире, который не изменить. У меня другие мотивы, старик. Мне нужно лишь золото. Я был таким. Когда-то. Я здесь, Кенуэй. Я его нашла. Я тебя помню. Тамплиер из Гаваны. Я не да, классно ты его нашла. Это была уловка. Мы пришли спасти тебя от работорговца. Спасти? Я служу господину принцу. Что? Так знай, что он плохой хозяин. Он хотел продать тебя тамплиерам. Да. Видно, никому нельзя верить. А! А, вот это плохо. Робертс! Что-то странный какой-то мудрец. Ого, да вы шутите. Со всеми с ними драться. Покиньте область антинкогнито. Вот это да, вот это правильно. Покиньте область. Так, высокий забор, не умею прыгать. Так, ребятки, а где мой дым? Прощайте. Ага, привет. Привет, да-да-да-да-да. Пошли вон. Дым. О-о-о. Дым. Пока. Дым. Блин, сколько я дым потрачу. Ё-моё, их сколько. Надо уплывать отсюда. Надо быстрее до моей... До моего корабля. Ё-моё. Ну вот это поворот событий. Не останавливаться, идиот. О, попали в меня. Так, парни. Дым. Сколько еще шашек? Три шашки. Ёлки-палки. Беги. Беги, черт возьми. Черт возьми, беги. Только беги. Не знаю куда, но беги. Беги. Полгорода тебя ищут, беги. Ох-ох-о. Пойдемте искать где-нибудь. На, тут тоже солдаты. С дороги. Вроде удрал. О, вот это жесть. Ой, еще одну шашку потратил. Ладно, надо вернуться. Так, солдат, я лучше обойду. Ну, к черту. Жесть. Так, я с этой скалы спрыгнул, теперь мне как туда обратно залезть. Стоп.
Я патрон еще куплю. То я дымовых шашек потратил. Знаете ли. Так. Нет, купить... Боеприпасы. Пули. Купить пули. Ну, пули можно, кстати, не покупать, а вот всякие дротики надо покупать. Так. Ага, все, убежал. Фу, еле ноги от них унес. Так, а куда он? Туда надо куда-то забраться. Черт возьми. Снова упустил его, так? Да. Этот Робертс хитер как дьявол, будь я проклят. Похоже, я упустил сегодня двоих. Что ж, и как тебя зовут, подруга? Мэри Рид, для мамы. И для моих друзей. Но смотри, никому ни слова. Не то сам станешь женщиной. Мои яички. Восемьдесят процентов неплохо. Что ж, вот это поворот событий, да, господа, у нас. Обалдеть. И Робертс, оказывается, на этого принца работал, и это бабой оказалось. В общем, что дальше ожидать? Я даже уже не представляю, неожиданные встречи по-любому какие-то будут в этой игре. Все, в общем, здорово. Ну что ж, до скорой встречи, до скорой серии. Всем пока-пока.